Здравствуйте, в эфире программа о том, как сохранить и приумножить самую главную ценность человека – здоровье. Здравия желаем! В этом выпуске поговорим о распространенном заболевании глаз – катаракте. Первые признаки заболевания, факторы риска развития катаракты и как восстановить зрение. Отправляемся в современный центр микрохирургии глаза на проспект Станки Димитрова, 94. Многофункциональная офтальмологическая клиника известна высоким качеством обслуживания и эффективным лечением. Клиника оснащена самым современным диагностическим, лечебным и хирургическим оборудованием. За 14 лет проведено более 27 тысяч операций различной сложности. У нас современное оборудование не старше 2-3 лет ведущих компаний мира, и поэтому мы им гордимся. Оно позволяет обеспечивать высокие функциональные результаты и в конечном итоге высокое зрение пациентов. Клиника принимает пациентов всех возрастов. Большинство людей пожилого возраста приходят сюда, чтобы избавиться от катаракты. Данная патология представляет собой помутнение хрусталика, которое постепенно снижает качество зрения. И при отсутствии правильного лечения заканчивается полной утратой зрительной функции. Александр Иванович в клинике уже не первый раз, ему 81. Неделю назад делал операцию по удалению катаракты на левом глазу. Сейчас пришел в клинику, чтобы полностью восстановить зрение. Без очков все стал видеть. Все и вдалеке, и вблизи. Ничего такого дискомфорта особого я не чувствовал во время операции. Цвета стали яркие, резкость, вот смотрю телевизор, резкость стала. И цвета стали яркие. Ну, в общем, зрение гораздо лучше стало, как будто я помолодел. На начальной стадии катаракты не происходит значительного снижения остроты зрения. Также никак не проявляются и другие признаки. Поэтому пациенты не спешат к офтальмологу, поскольку даже не предполагают, что болезнь уже начала прогрессировать. Причиной для визита в клинику позже становится ощущение влияния катаракты на глазное яблоко, когда зрение начинает ухудшаться. Катаракта – заболевание, входящее в тройку среди самых распространенных у пожилых людей, наряду с глаукомой и дистрофией сетчатки. К сожалению, глаукома и дистрофия сетчатки часто носят необратимый характер, и сделать мы ничего не можем на современном этапе развития науки. Катаракта лечится уже давно и успешно. Она убирается через микропроколы, там 1,5-2 мм, и вставляется искусственный хрусталик, пациент начинает видеть, и начинается новая жизнь. К сожалению, заболевание молодеет. Причин для катаракты много, в том числе стрессы и нарушения обмена веществ. Это приводит к нарушению прозрачности хрусталика. Нужно уже после 40 лет раз в год проверять глазное давление и зрение. Если чаще следовать этому принципу, то выявляемость катаракты будет более высока, и никто не ждет, когда она совсем созреет. Надо ее удалять тогда, когда пациент чувствует, что у него есть проблемы со зрением. Катаракту офтальмолог-хирург Сергей Антонюк удаляет с правого глаза, после чего Александр Иванович сможет жить полноценной жизнью. Операция проводится на современном оборудовании ведущих компаний мира. Если операция проходит хорошо, в данном случае она прошла хорошо, то пациент, благодаря тому, что мы делаем микропроколы, швы не накладываем, он уже на следующий день может наклоняться, поднимать 20-30 килограмм, ездить за рулем, жить практически обычной жизнью. Раньше, когда лет 10-20 назад делали швы или проколы были больше, безусловно, были определенные ограничения. Пока все не заживет, там 2-3 месяца, надо было соблюдать определенные ограничения. Пациент под местным наркозом. Офтальмохирург делает прокол меньше 2 мм, чтобы через него удалить катаракту. Заметьте, никаких швов. Левый глаз профессор оперирует левой рукой, правой – правой, поэтому тренировать надо обе руки. Сергей Антонюк вскрывает капсулу, в которой находится мутный хрусталик. Дробим ядро хрусталика и высасываем через 2-миллиметровый прокол. И через этот же прокол потом будем 2-миллиметровый ставить хрусталик. Не стоит отказываться от привычного образа жизни из-за проблемы со зрением. Современная офтальмология располагает надежными средствами для ее решения. Вставляется специальное устройство, и теперь он вот так вот вставляется, и теперь он сейчас будет вводиться в глаз. И вот мы поставили, и вот он плавненько вводится.
Хрусталик идеально устроился на своем месте. За годы работы Сергей Антонюк прооперировал десятки тысяч пациентов с самыми разными патологиями. Во время операции офтальмохирург спокойно может общаться с пациентом. Александр Иванович отлично переносит операцию. Вам не больно, мой дорогой? Нет. Пациенту не больно, он в контакте. 10 минут, и операция завершена. Уже завтра пациент сможет жить нормальной жизнью. Все нормально, хорошо, хорошо. Вот как обычно, я обычно чувствую себя, так вот чувствую сейчас. Большое спасибо всему персоналу и конечно, Сергею Владимировичу. Ну, я, конечно, в восторге. Бояться операции не стоит. Хирургическая манипуляция занимает совсем немного времени и совершенно безопасно. Умение прислушиваться к своему организму и замечать даже малейшие изменения поможет сохранить зрение и высокое качество жизни даже при таком серьезном заболевании, как катаракта. А пройти полную диагностику глаз, получить квалифицированную консультацию, избавиться от катаракты вы можете в научно-клиническом центре микрохирургии глаза. Берегите здоровье. До свидания.